Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. О, привет, моя дорогая, ты куда это такая нарядная? На Волгу ковер чистить. А ты знаешь, что ты еще хуже этим сделаешь? Я тебе рекомендую обратиться к профессионалам в химчистку ковров «Чистюля». Расскажите, пожалуйста, как происходит весь процесс волшебства чистки ковров? На первом этапе происходит сухая чистка ковра. Мы его убиваем от пыли, грязи и ворса домашних животных. Видала? Это тебе не с выбивалкой у турника стоять. На втором этапе происходит влажная чистка при помощи специализированного оборудования, химических антиаллергенных средств, не влияющих на цвет изделия. На следующем этапе происходит отжим в центрофуге. Затем идет сушка. И завершающий этап – поднятие ворса, расчесывание и упаковка. Специалисты рекомендуют делать сухую уборку ежедневно, влажную уборку в домашних условиях один раз в месяц, а профессиональную чистку ковра 1-2 раза в год. Все-таки решила обратиться к профессионалам и правильно сделала. Я смотрю, ты и доставку заказала. Молодец.